Это наши окопчики. Вот, если что. Вот сюда прям ныряем. Вот трубка из-под земли торчит. Греются сепаратисты под землей. Вот однокомнатная земляночка со всеми удобствами. Даже дверьку поставили. Так вот живем. Нормально. Лесочки. Вот. Сюда вчера к нам прилетела минка. Вот мы ее нашли. Нашли здесь минку, огородили все. Вот. Минка вон там в ямке на метр лежит. Доставать ее опасно. Пускай саперы этим занимаются. А так у нас тут все утыкано минками. Вот сюда минка залетела, вот в эту ямку. Там где-то на метр, наверное, она лежит. Не разорвалась. Работы после войны хватит саперам. Вот так живем, нормально, хорошо. Никто не жалуется. Скоро победим. Жизнь изменится. Вот так вот. Война. Бой начался. Ага. Танчик стрельнул. Вот наши танчики. Уже закопченные все от пороха. А приехали новенькие, новенькие, блестели. А уже все в копоти. Ей нужен танкист в шлеме и галифе. А ей нужен танкист, косая сажень в плечи. Вот. Здесь сидит механик-водитель. То есть я. Здесь у меня в башенке братва вся. Наводчики, заряжающие, командир экипажа. Все здесь. Новенькие машинки абсолютно. Вчера одну отправили уже на базу ремонтироваться. Подбили маленько. Ну вот этих ящиков нам всего лишь на один день работы. Каждый день пополняемся. Страшное дело война. Пульки. Одна осталась. Вот такими пульками. Называется смс-ки укропом. Посылаем.
Почем пульки? Почем пульки? А, вот. Вот они пульки. 122 миллиметра. Страшная сила. Страшная сила. Вот они. Это вообще, вот он. Это страх вообще.